Позвольте представить компанию «Сампо». Лидера в производстве запчастей коммерческого транспорта, предлагающую верные и быстрые решения в соответствии с запросом, предлагающую высококачественную продукцию и разумные цены с наилучшим обслуживанием. Объединив в 1994 году свой 65-летний отраслевой опыт под брендом компании «Сампо», компания, специализирующаяся на запасных частях для тяжеловесных транспортных средств, наладила сотрудничество с международными брендами и приняла в качестве своей миссии постоянное высокое качество производства и обслуживания. Производственная площадь составляет 65 тысяч квадратных метров, 1080 сотрудников, 144 из которых являются инженерами и техническими специалистами. Производство для 18 европейских и американских брендов. Современные производственные подразделения оснащены передовыми технологиями, состоящими из более чем 3300 единиц оборудования. Офисы расположены в США, Германии, Дубае, России, Китае, Казахстане. Мы обещаем поставлять вам продукцию высочайшего качества, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки. Под контролем научно-исследовательского центра, конкурирующего с будущим, и с полностью оснащенными производственными участками, в которых объединены разные сложнейшие производственные модели под одной крышей. Позвольте показать вам мир компании «Сампо», открывая окно в будущее. Заявки передаются в компанию «Сампо» через OEM-производителей или через контрагентов послепродажного обслуживания. Заявка может быть передана через производителя OEM по проектам, уже имеющим торговую техническую документацию, и или с текущей конструкцией, которая подлежит разработке, усовершенствованию, или через проекты совместных предприятий, разрабатываемых с нуля. Потребности, возникаемые на рынке после продажного обслуживания, фактически осуществляются через компанию «Сампо» на основе создания опытного образца посредством обратного конструирования. Команда специалистов проводит дополнительные патентные расследования посредством программы Thomson Innovation. Если продукция запатентована, то разработка передается в отдел НИОКР для пересмотра и доработки для исключения из сферы патентной защиты. Один из самых развитых центров НИОКР в стране. Площадь офисов и лабораторий составляет 3000 квадратных метров. На данной территории работает 77 ученых, помимо сотрудников лабораторий контроля качества, существующих при производственных участках. Технические показатели полученных частей определяются самыми точными приборами в лабораториях для измерений. Характеристика материала продукции осуществляется механическими способами. Если данные о текущем материале доступны в программе CES Selector, то такие материалы будут являться предпочтительными.
Если в результате анализа будет установлено, что требуются новые материалы, то разрабатываются новые материалы для улучшения характеристик продукции. Инженеры НИОКР проанализируют результаты, предоставленные лабораторией материалов и измерений. Продукция, подлежащая 3D-моделированию, моделируется в программе. Таким образом, проверяется материал и конструкция изделия. Все полученные данные передаются в инженерный отдел, где подготавливаются технические спецификации и файл PPAP. Предоставление динамических характеристик продукции, эксплуатационные параметры, которые подлежат проверке в устройствах МТС, осуществляется с учетом рабочих условий и данных для моделирования. Полученные в результате динамические характеристики являются критериями для сравнительного анализа. Литье и технологическое решение выполняется для проверенных конструкций изделия. Если конструкция проходит проверку, то обеспечивается запуск производства продукции. Если существует потребность в создании прототипа в связи с ожиданиями заказчика, то производство прототипа для изделия осуществляется вместе с запуском. Сравниваются результаты динамических тестов, полученных от лабораторий, и результаты проверки соблюдения технических условий. В количественном соотношении отображается выполнение критериев проектирования и/или удовлетворение ожиданий заказчика. Отчет о сравнительном анализе создается, исходя из сравнения результатов испытаний оригинального образца и результатов испытаний прототипа. Полученные результаты являются началом следующей стадии. Проверенная и/или разработанная конструкция и/или изделие ставится в резерв для серийного производства. Впечатляющее оборудование, захватывающие цифровые панели, передовые технологии и гигантский производственный комплекс. Исходное сырье и материалы, необходимые для серийного производства, поступают от мировых партнеров, поставщиков сырья с использованием системы управления цепочкой поставок. Мечта становится реальностью. Колесо завертится, как только мечта превратится в конкретную цель. Производство, снабжение и поставка. Веселая уверенность на каждой стадии. Сампа разработала свои производственные подразделения, уделяя внимание технологии и качеству. Первоначально учитываются распоряжения отдела НИОКР, переданные в формировочный цех. Соответствующая форма изделия, агрегат или вспомогательное оборудование отслеживаются в отчете по определению формы, а также в уведомляющих сообщениях. Подходящие типы стали определяются в соответствии с типом производимой формы.
Пресс формы производится в соответствии с требованиями спецификации. Результат: если продукция является пригодной, то форма поставляется. Машины – магия, созданная человеком во время его приключений в мире. Данные механические узлы производителей сопряжены друг с другом цифровой технологией, и каждый шаг в производстве осуществляется с церемонией в компании «Сампа». После выполнения входного контроля качества сырья осуществляется предварительная подготовка для токарного станка с ЧПУ типа CNC. Исходное изделие обрабатывается при запуске подготовленной программы, а размеры проверяются без извлечения изделия из токарного станка. При параметрах, соответствующих требованиям отдела контроля качества, запускается серийное производство после получения подтверждения. Процедура, исполнение которой строго контролируется на каждой стадии САМПа, осуществляется в принятом порядке командами, которые знают, что делать и где это делать. САМПа использует модель SEP-M2 – производственная интеграция и интеллект от SEP, содержащий отследование производства, схему расположения оборудования и формы предоставления данных о техническом обслуживании для обеспечения непрерывного процесса. Соответствующая пластина или лист прокатного металла производится для производственных изделий, включенных в план. План резки, подготовленный исходя из количества и данных формовочного цеха, входные размеры предоставляются оператору в рабочем порядке. Начинается обработка для придания металлическому листу необходимой формы. Периодические проверки качества не пропускаются в процессе производства. Конечный результат достигается благодаря согласованию других форм с соответствующими прессами согласно маршруту изделия. Здесь оператор заполняет формы отслеживания производства после каждого технологического процесса. Полученные изделия поставляются на склад для прохождения выходного контроля качества. Обширные мощности обработки поверхности, состоящие из фосфата цинка, фосфата железа, щелочного цинка, никель-цинка, мощности пескоструйной обработки, химической окраски и оборудования обезжиривания, организованные с учетом требований к окружающей среде, труду и здоровью рабочих, как и в других группах машинного оборудования САМПа. Используя передовые конверсионные покрытия, САМПа обеспечивает максимальную антикоррозийную устойчивость для своей автомобильной продукции. Компания может провести тест на содержание солей, измерить толщину покрытия, провести анализ материала в лабораторных условиях, созданных для проверки соответствия стандарту и сохранения стандарта на высочайшем уровне. Лидируя в своей сфере по размерам, мощности предприятия с пространством 6992 кубических футов позволяют покрыть 18 292 квадратных футов материала в год благодаря 6 роботам, 42 бассейнам, 3 участкам различного пассивирующего покрытия и лакирования. We'll be right back.
На оборудовании резиновой отливки в форму условия формирования изделия записываются в память и готовы к использованию. Программа создается для будущих операций впрыскиваемого оборудования, связанного с формами при температурах 160-170 градусов по Цельсию, 320-338 градусов по Фаренгейту. Оборудование настраивается в соответствии с типом компонента, веса изделия и системы литниковых каналов для новой продукции. Полуфабрикаты, поверхность которых подлежит обработке, обрабатываются в соответствии с настройками оборудования и поступают в отдел контроля качества. После проверки качества изделие отливается в количестве заказа и поставляется на следующие производственные линии для указанных операций. Форма частей, поступающих от разных производственных участков, создается в отделе Сампа V-образный кронштейн. Обработка диаметра и задней секции осуществляется в процессе обработки и основных этапов обработки посредством V-образного кронштейна. Для центрирования изделие крепится к сверлильному станку при помощи соответствующих инструментов. Наконечник рулевой тяги подлежит центрированию после участка обработки диаметра и задней секции. Процесс закрепления внутреннего диаметра осуществляется на индукционном станке после обработки наконечника. Процедура, исполнение которой строго контролируется на каждой стадии сампа, осуществляется в принятом порядке командами, которые знают, что делать и где это делать. Основная кордная ткань и резиновые детали вырезаются в соответствии с требуемыми размерами на карты для соответствующего сильфонного узла. Готовые шланги отрезаются до размеров изготавливаемого сильфонного узла и затем поступают на линию сборки вместе с необходимыми втулками, кольцами, изделиями из листового металла и пластиковыми полуфабрикатами. После испытания на герметичность при 3,5 бар и испытания на загиб при 7 бар, после сборки изделие проходит контроль диаметра раздува на испытательном стенде. Производство сильфонного узла с или без поршня дополнительно к подушкам безопасности. Качество в деталях всегда является приоритетным, вплоть до текстильной оплетки провода. Особое внимание к качеству на каждом этапе – от проектирования до производства и отгрузки. Другими словами, постоянный контроль качества – это все о компании «Сампа». Процессы контроля качества, специально разработанные для каждого производственного процесса, применяются во всех подразделениях Сампа. Данные процессы периодически повторяются в начале, во время и в конце производственного процесса в соответствии с национальными и международными стандартами и моральными ценностями для автомобильной отрасли. Лаборатории качества Сампа находятся в производственных помещениях отдельно от центра НИОКР.
мы приняли цитату Марселя Пруста в качестве нашего девиза. Мы стремимся увидеть каждый продукт с новой точки зрения и создать перемену в нашей работе, а также увеличить ценность жизни. Приходите и открывайте для себя мир Сампо!